поет. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь бананы, Чунга-Чанга. Чунга-Чанга, места лучше нет, Чунга-Чанга, мы не знаем бед. Чунга-Чанга, кто здесь прожил час, Чунга-Чанга не покинет нас. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь бананы, Чунга-Чанга. Все, допелись. А при чем тут? А при том, жуй кокосы, ешь бананы. Во, видал? Пустячок и приятно. Интересно глянуть, где найдут наши молодые симпатичные тела. Во! Ну, Алик, будешь смеяться. Самое гиблое место, ни одного населенного пункта. Пропадем, что ли? Не должны. Зимник, машины ходят. Какие к шуту машины? 31 декабря. Да, Генка, все готовятся Новый год встречать. Тоже верно. Люк, а что у тебя с Ростовцевым? С Ростовцевым? Угу. Ничего. Эх, Любань, мне б твою красоту. Я б не растерялась. Ростовцев на тебя поглядывает. Ой, Ань, а он женатый. Ну и что, а пусть разводится. А вот нервничать-то не надо. А я и не нервничаю. Да, да, конечно. Конечно. Ну, я ж вижу. Ой, все-то ты знаешь. Знаю. Ну что, завершаете? Так точно, товарищ начальник. Вот, задание ваше выполнено, можете принимать. Давай помогу. Нет. А мне помогите, Игорь Максимович. Ой! Ах, Игорь Максимович, нет слов. Ой. Куда ты едешь? К себе. Куда к себе? Поселок. И далеко еще? М-м. Тут же в округе ни одного поселка нет. Есть. И как же ваш поселок называется? Седьмой. Thank you.
Никитич, у них тут теплый гараж. Посмотрел бы. Чего смотреть? Чинить надо. История долгая. Слышь, где у вас тут начальство? Ростовцев, что ли? Ну да. Вон в прорабской. Ступай, он там. Здравия желаю. Привет. Это с кем же я имею честь? Линейно-эксплуатационная служба газопровода. Морозов Геннадий Ильич. Так вы что, Геннадий Ильич, к нам на новогодний маскарад пожаловали? Никак нет. По случаю, машина сломалась. Разрешите воспользоваться вашей связью, сообщить начальнику о поломке? Воспользуйтесь. С кем вас соединить? С Ватагиным. Коммутатор? Здравствуй, Света. Ты меня с Ватагиным соединить сможешь? Ну да. Спасибо. Действуй, моряк. Ватагин слушает. Алло, Павел Петрович, это Морозов докладывает. Ты откуда говоришь? Седьмой участок дорожников, поселок номер 7. Седьмого? Это от Ростовцева, что ли? От него. Крепенько сел. Новый год, значит, там встретишь? Выходит так. Да, видно, что не дома. Ну что поделаешь? Дай-ка мне Ростовцева. Привет, Ватагин. С наступающим тебя. Тебя также. Слушай, приведи там моих ребят. Ну, обогрей, накорми, пока машину чинят. Ну, какой разговор? Это само собой разумеется. Но все-таки, кто знает, какие у вас там у дорожников законы? У нас на севере законы одни, не по ведомствам. Ну ладно, не лезь в бутылку. Да я не лезу. Так что будь спокоен, за своих ребят обогреем. Спасибо. Внимание! Коменданту поселка срочно зайти в прорабскую. А в этот момент мы как раз по Зимнику ехали. Здрасте. Здравствуйте, Гена. Ну вот километров 18-20. Вызывали, Игорь Максимович? Люба, есть задание. Окружить вот этого морячка с командой вниманием, устроить на ночлег, накормить, ну и все прочее. Сколько у вас человек прибыло? Эй, на палубе? Что? Я говорю, сколько у вас всего человек? Нас трое. И все моряки. Газовики мы ремонтники. Задание понятно? Понятно. Выполняйте. Послушай, морячок, а чего ты оробел, когда я вошла, а? Оробел? Да. А я, понимаешь, думал, что здесь комендантом дюжий мужик. А оказывается, я таких красивых сроду не видел. Вам бы, Люба, в Москве жить. И в артистки пойти, да? Господи, да чего же вы все одинаковые? Одну и ту же песню заводите. А на меня она не действует. Понял, морячок? Мне так что не старайся. Мне что, ты спросила, я ответил. Пошли. В чепчике своем голову не отморозишь? А у меня малахай с собой. А, выходит, без козырочка-то для форсу? Приходит. Ну, застилай вот эти. Своди ребят в столовую, я скажу насчет вас. Спасибо. И нечего смотреть на меня такими глазами. Бесполезно. Да, сегодня у нас в клубе новогодний вечер. Приходи, ребят, приводи. Мы в рабочей одежде, людей перепугаем. Ничего, мы не испугливых. Никитич, тебе помочь? Обойдусь. Иди делай свое дело, а я свое. Какое это мое дело? Известно какое. За девкой ударять. Да брось ты. Я ведь че пришел? Сегодня в клубе вечер. Может, заглянешь на часок? Новый год все же.
не до встречи мне. Ну, иди, не стой над душой. Я же за тебя переживаю. Все вон празднуют, а ты вкалываешь. Ну вот, попереживай и иди празднуй. Давай. Спасать надо морячка. Какой чудик? А, это... Любовь, ты его пригласи, а я пока с Ростовцем потанцую, ага. Ну, ну давай. Что же ты, морячок, не танцуешь? Или девочки тебе наши не подходят? Да это я им не подхожу. Ну что за глупости? Хочешь со мной? Люба, не ставь гостя в неловкое положение. Почему же в неловко? Пойдем. Морская гвардия погибает, но не сдается? Не сдается. Посмотри, ну посмотри, а? Кланяйся, кланяйся. А ты в самом деле моряк, да? Моряк, с печки бряк. Сначала ходил матросом торгового флота, а срочную нес на крейсере. Поздравляю. Мы вступаем в Новый год. Ну что ж, в прошедшем году мы поработали неплохо. В наступающем будем работать еще лучше. Дорогу построим. Ну, желаю вам хорошего настроения. С Новым годом! Павел Павлович, так мы вас ждем. Хорошо, приду. А ты чего скис, Ген? Идем ко мне в балок. Я приглашаю друзей на чай с пряниками. Идем? Я сейчас. Только музыку возьму. Ты морячка пригласила. А вы хотели бы, Игорь Максимович, чтобы я вас одного пригласила? А да? Что, я бы не возражал. Слушайте, а ведь в Новый год полагается гадать. Верно? Раз в крещенский вечерок девушки гадали, помните? Башмачок бросать будешь? Ну, зачем же? У нас другие способы имеются, Игорь Максимович. 36 картей 4 листей. Посмотрим, что нам карты скажут. Между прочим, наукой доказано, что новогодние гадания сбываются. Сама в журнале читала. Это в каком? Знание силой. 47 номер, помните? Так, ой, как интересно. Любаша выпал бубновый король. Так, со своим интересом, с дорожкой и с открытым сердцем. Бубновый — это не женатый. Тут, правда, еще один король есть, крестовый. Что-то у него с бубновым. Игорь Максимович, а крестовый-то это вы. Неприятности у вас будут через бубнового. И награда в казенном доме, вот. Вот как? И что ж потом в моей жизни сбудется? Ой, не спрашивайте, товарищ Ростовцев. Тут всего навалом.
Вот сердечный интерес. Ну, это разочарование, досада. А вот это новые встречи. Ну, спасибо. Пожалуйста. Может, сыграем, а? Нет, я в шахматы плохо играю. Вот если хотите фокус, могу показать. Фокус? Но... Покажи. Ну, давай, Игорь Максимович, садись. Да нет, я же не специально. Да садись, я уже расставил. Сыграем, пока чай готовится. Трифовый король? Бубновый валет? Правильно, да. Восьмерка пик? Валет трифовый. Король пик. Ага. Смотри, смотри. Девятка бубновая. Да. Десятка пик. Пик. Червоная дама. Ага. Ну-ка, покажи еще. Пожалуйста. Бубновый туз? Да. Семерка трефовая. Семерка пик. Ага. Девятка треф. Ой! Дорогие гости, пейте чай, и пусть у вас будет хорошее настроение. Ну, спасибо. Ой, а конфеты я забыла. Да нет, вазочка здесь. Степан, это ты спрятал? Нет, я не брал. А куда же они делись? Дорогие гости, а до вас конфеты были. Павел Павлович, что? Это не вы пошутили? Павел Павлович, отдайте. Да вы в карманах, посмотрите. Да откуда они у меня? А? Ну-ка, ну-ка. А ты что смеешься? Ты у себя лучше посмотри. А я-то что? Посмотри, посмотри. Угу. А ну-ка. Игорь Максимович, и вы? Ну, давайте чайку попьем. Ой, спасибо. Держи. Очнись, парень. Не по тебе рыбка. Какая рыбка? Брось прикидываться. Ты должен усвоить одну истину. Мужчина, если он мужчина, никогда не должен допускать жалости по отношению к себе со стороны женщин. М? Понял? М? Древние говорили, что жалость – это сестра презрения. Усвоил? Вполне. Вот и хорошо. И вообще, ты какой-то опереточный морячок. Нет, Леньки лучше. А в жизни надо быть реалистом. Ну вот ты, когда мечтал стать моряком, ведь небось грезил, поплыву в бананово-лимонный Сингапур, как там в песне поется, или в Бомбей. А на самом деле что вышло? А я был в Сингапуре. И в Бомбей два раза ходил. Что из этого? Ты что, серьезно, что ли? У меня фотографии в сумке есть, могу показать. Мат вам, Игорь Максимович. М? Да, мат. Вот именно. А может, еще сыграем партию? Нет, увольте. А вот с вами я охотно сыграл бы. Сразимся? Да нет, я все больше по части фокусов. А в шахматы туго соображаю. Да может, попробуем. Да вам со мной скучно будет. Садись. Садись, морячок. Ход ваш. Вот одного не могу понять, Геннадий Ильич. Чего опять? Какого беса ты приехал сюда, в наши гиблые края? М? У тебя же была работенка, что надо. Дальние плавания, пальмы, тропики. Вот это Сони. В Якогаме купил. Вот. Ты даже в Японии побывал.
и вдруг оказался здесь. Почему? Скажи нам откровенно, здесь все свои. А для вас я тоже свой? Ты к словам не придирайся. Но почему все-таки променял эту благодать на вечную мерзлоту? По-честному. По-честному? Да. А почему вы думаете, что у меня может быть не по-честному? Ну, вот этот ответ-то не увиливай. Ну, а сами-то вы почему сюда приехали? У меня причины разные. Вот и у меня. Те же самые. А почему никто не танцует? Музыка играет. Аннушка, станцуем? А я устала. Ну, давай. Ах, Игорь Максимович, всегда вы можете убедить женщину. Умеете. Черт побери. Павел Павлович, что случилось? А то, милая, что вкатили мне мат. Шахматы вам? Вот именно. Да я случайно. Дурик. Да ты кому-нибудь другому по басенке рассказывай, только не мне. Я ведь опытный. Но и фру. Правда случайно? Иди сюда, вояка. Чаю попей. Вспыхнула доброй рукой подброшена. Всем, кто влюблен, назначая свидание. Ты чего такой невеселый, Ген? Звездочка светлая. Новый год среди чужих встречаешь, да? Самая светлая. А где у тебя настоящий дом? У меня все настоящие. Детский дом, училище, кубрик на корабле, общежитие. А у тебя родителей не было? Ну как же не было? Ты прости, что я спросила. Женское любопытство. Ты пей, пей. Будет печалить любовь или радовать. Только тебе благодарны за знание. И знаешь что? Звездочка светлая. Жениться тебе надо. Ранняя, самая светлая. Самая первая. Это моя, думал каждый, наверное. Забывается. Хорошая у тебя музыка. Звук такой чистый. Нравится? Возьми себе на память. Да ты что? Выкинь из головы. Глупость какая. Почему глупость? Новогодний подарок. Да перестань, не надо. А я знаю, что тебе подарить. Вот, возьми. А что это? Зуб акулы. Удачу приносит. Возьми на счастье. А тебе он принес счастье? А как же? Конечно. Спасибо. Ждали с тобою мы время рассветное. И дождались, и упала заветная. Травы ковыльные в поле бескрайнее. Звездочка светлая, звездочка ранняя. Благодарю, Любовь Сергеевна, за гостеприимство. Пойду-ка я на боковую. И вам спасибо, Павел Павлович, за компанию. Всегда рада вас видеть. До свидания, Павел Павлович. Спокойной ночи. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Любаш, плесни-ка мне чайку, а? Буду пить. И на тебя любоваться. Игорь Максимович, а сыночка вашего как зовут? Борька его зовут. Они ведь у вас в Ленинграде живут, да? Они в Ленинграде живут. Ох, шалун же вы,
Игорь Максимович. Какой же он шалун. Он жизнелюб. Жизнелюб. Пойду-ка и я, Любаш. Степа, пошли. Да, иду. Всего доброго. Подожди, я тебя провожу. До свидания. Степ, ты иди. Угу. Счастливо. Ну вот. Ну, пошел бы и ты проветрился, морячок. Дурь бы ты блажь из головы выбросил. Зачем же выбрасывать, засорять окружающую среду? Остер. Ну что, морячок? Вы потягаться хотите? Хочу. Ставь локоток. Да на одну линию ставь. Годится? Годится. Ну, поехали. Ну, пока. Хваткий. Гляди, в люди выйдешь. Что смотришь? Да, крепко тебя шибануло. Вот беда-то. Что же нам делать? Уезжать надо. И поскорее. Это правильно. Никитич, ну как там телега-то наша? А то Генка вон совсем приболел. Эвакуировать его надо. Да? Знаю эти болезни. Так починил или не починил? Вот, вздремну часок. К утру доделаю и поедем. В гостях хорошо, а дома лучше. Лукин, смотри-ка, что-то выходное давление растет. Соединись с седьмой, проверь, что там у них на входе. Седьмая, пятая, что у тебя на входе, проверь давление. По телемеханике повышенный перепад между 130 и 131. Наверное, где-то в районе Логачевой пади. Мать честная, это же самая дремучая глухомань. Да, туда только на вертолетах. Лидочка, мне бы в Атагино, срочно. Да спит же он еще, праздник ведь. Ну, соедини по тревоге. Да, Ватагин слушает. Павел Петрович, извините, Свиридов с пятой звонит. Обнаружен
повышенный перепад между 130 и 131. Наверное, в Логачевой пати. Логачевой? О, черт. Туда ж не подступиться. Соседи предупредили? Предупредил. Так. Труби аварийный сбор бригады. Сейчас буду на месте. Стужа. Попрощаться, что ли, хочешь? Так зайди, чего здесь прыгаешь? Околеешь ли? Люба. Люба. Это я, Генка. Ты чего, Ген? Уезжаем мы. У коменданта претензий нет, одеяло оставь в балке. Я попрощаться пришел. Ген, а ты чего надумал? Праздник ведь. Надо ехать. Ну, смотри. Хорошо у вас было. Оставайся у нас работать. Я газовик. Дорожником станешь. А ты бы хотела, чтобы я у вас остался? А чего уж нет? Люба. Выходи за меня замуж. Ой. Генка, Генка, ты что, это всерьез? Ой, легкомысленная ты личность. Ну, подожди, я оденусь. Ген, ты здесь? Здесь. Это у вас, у моряков, называется взять на абордаж? Подожди, я провожу тебя. Седьмой слушает. Ростовцев? Он самый. Ватагин говорит. Не разбудил? Это вы слишком поздно встаете. Снова? И тебя также. Ну, что скажешь? Слушай, ты не в курсе, мои парни еще у тебя? Да я не знаю. Сейчас постараюсь выяснить. Позвать их, что ли? Да-да. Прошу тебя, очень важно. Внимание! Бригаде газовиков срочно зайти в прорабскую. Ватагин вызывает. Срочно! Ребята! Ребята! Вон барышня твоя нас догоняет. Решила с тобой поехать. Там вас вызывают к аппарату срочно. Что? Иди в прорабскую. Образовалась гидратная пробка. Аварийный участок отключен. Газ из него выпущен. У меня к вам троим личная просьба. Надо пробиться к трубе, прослушать ее, определить степень закупорки, попробовать ликвидировать. Сделаем, о чем разговор. У тебя карта с собой? С собой. Найди 130-й кран. Это в Логачевой паде? Там. Нашел? Ты чего вибрируешь?
Слышь, Ватагин, ты сегодня на термометр смотрел, а? Ну? Сейчас уже 46 градусов, а через час будет 49. Понял? Понял, понял. Что же делать-то? Чем сильнее стужа, тем больше бед. Логачева Падь. Да, лучше б назвали чертовой Падь. Во рельеф. Что делать-то будем? Дело будем делать. Пошли. Товарищ Ватагин. Морозов докладывает. А, Морозов? Ну, что там у тебя на 130-м? Плохо дело, Павел Петрович. Докладывай. Гидратная пробка глухая. К сожалению, никаких мер принять не смогли. Машина к трубе не подходит, рельеф не позволяет. Да и с нашими силами с такой пробкой не справиться. Вот тебе праздник. Аварийный режим на участке от 5 до 7 компрессии. Работникам линейной эксплуатационной службы Варшавского ЛПУ срочно выйти на аварийную вахту. Прошу срочно доставить на вертолетах бригаду, компрессоры и метанол в Логачеву Падь. Глянь в окно, Павел Петрович. Это зачем еще? Ты посмотри, туман-то какой. Сроду такого не было. Так ведь и аварии такой не было. Алло, Ватагин, Байков говорит. Слушай, ты говорил, что в районе аварии находится твой линейный мастер. Да, он здесь неподалеку, у дорожников. Он с машиной? Да не проходит туда машина, Иван Николаевич. Да если бы даже и прошла, что толку? Что он может сделать? Это ж не мелкая авария. Да, ну, буду докладывать в Москве. Дежурный по министерству Ковалев слушает. Слушай, Байков говорит, у нас тут трубу перекрыло. Ну, минутку. Буду докладывать заместителю министра. Ожидайте. Ну, что еще? Дайте мне технику. Бульдозер и вездеход. Шутить изволите, адмирал. Я не шучу. Без них к трубе не пробраться. А ты сколько лет на севере? 2-й год. Ну, вот оно и видно. Ты подожди. Пройдет мороз, пробку и без тебя ликвидируют. В Аршане детишки помёрзнут, пока ты не дави на меня. В Аршане газа хватит еще на целый месяц. Да не на месяц, а всего на 3 дня. А дали бы мне вездеход и бульдозер, я бы ликвидировал пробку, очистил трубу. А ты, морячок, знаешь, что происходит с техникой в такой мороз? Так я тебе скажу. Металл превращается в стекло. Но ведь ЧП. ЧП. Поостынь, парень. Я ведь понимаю, перед кем ты хорохоришься. Дайте технику. Нас мало, но мы в тельняшках. Ты что, своим телом хочешь отогреть эту трубу? Так сейчас этого не требуется. А что сейчас требуется? А сейчас требуется понять, что дороже и что важнее. Пока понимать будем, люди помёрзнут. Может, и правда нужно? Может, помочь, Игорь Максимович? Вы что, очумели? Ну, дикари, дикари. Бульдозеры и вездеходы сами по себе не ходят. Нужны водители. А я посылать живых людей на морозище в 50 градусов, извините, не буду. Если тебе нужны добровольцы, иди сам, договаривайся.
Если найдешь какого-нибудь такого, пускай едет. Согласен. Извините, извините. Ну что нам делать-то? И машину на таком морозе долго держать нельзя, да и сами мы. Он пожалеет людей. Они-то знают, что такое наши морозы. Машину загоните в гараж, сами идите в тепло. Ты мне людей не порть. Это наша работа, понял? Ну ты, морячок. Вот что. Этот парень вербует добровольцев на газопровод. Чинить его хочет. Я не имею права вас туда посылать. И желания такого у меня тоже нет. Так. Лично я считаю эту затею авантюрой. Ему-то что надо? Удаль свою морскую показать. А вот если он кого из вас и уговорит с собой поехать, то это ваше личное дело. Да, повторяю, личное. Поморозитесь? Тогда пеняйте только на себя, я тут ни при чем. Вы обмозгуйте и свои идеи расскажите вот ему. Что там стряслось на газопроводе? Закуприл. Гидрат застыл. Ну, закуприл, раскуприт. Ты чего суетишься? Как чего? Как чего? Газ перестал поступать. Это же беда. Пробка растет. Каждый час дорог. Аршан. Аршан питается газом напрямую. Да только ли Аршан? Аршан, Аршан, во! А газопровод? Газопровод? Ну, вот. Ну и что ты надумал? На подвиг зовешь? Подвиг. Ну при чем тут подвиг? Обыкновенная работа. Работа обыкновенная. Мороз необыкновенный. А одно с другим связано. Ну. Как же ты хочешь справиться с пробкой? Да. Разъясняю. Чтобы растворить замерзший гидрат, нужно в трубе резать окна. И через эти окна в трубу влить метанол. Метанол растворит пробку. Ну вот и все. Да, начать и кончить. Ребята, а чьё-то вы здесь собрались? Да пробка тут у нас. Пробка? Ну это мы сейчас. Штопор всегда достанет. На газопроводе пробка. Хорошо, заработаем. А я не могу оплатить. Чудик. А зачем тебе бульдозер и вездеход? Место непролазное. К трубе подобраться. Бочки с метанолом подтащить. Ох, Генка, что-то мне вдруг страшно стало. Ростовцев был прав. С таким морозом шутки плохи. Да что там прав? Другого выхода нет? А твой Ростовцев, он только за себя переживает. А ты знаешь, как тут бывает? У нас в прошлом году двое ребят померзли. 2 километра до жилья не добежали. Да я понимаю. Ох, смотри, Генка. Ну ладно, до завтра. Но этих-то я еще могу понять. Молодая кровь играет. А ты, дядь Леш, ты же по части местных условий собаку съел. Вот потому и еду, Игорь Максимович. И на кого я технику спешу? Ведь угробите машины-то. Может, и угробим. А зачем списывать? Угробим,
Починим. Глупо все это. Глупо, дядя Леш. Но ведь это с какой стороны посмотреть? На бензин бумажку черкни. Ваш моряк лицо неподотчетное. На меня выпиши. Держим наготове вертолеты, чтобы выбросить на место аварийную группу. Но когда сможем лететь, Бог его знает. Бог не знает. Ладно, Байков, вашему потребителю мы увеличим подачу газа с Чебонинской системы. А тебя прошу для ликвидации пробки сделать все возможное и даже невозможное. Сам понимаешь, чем это грозит. Один справлюсь. Ты же сам еще не грелся ни разу. Обойдусь. Сейчас работает. Получается у них? А еще не знаю. То есть как ты знаешь?
Ты их без связи, что ли, послал? Ждем, Василий Николаевич, ждем вестей. Они передадут сообщение через дорожников. Шабалин, как там у вас туман? Не ослаб? Да нет, гладит просвет. Наш народ на очередной боевик повалил. Все эти детективы на одну колодку. Все суетимся, суетимся. Все спешим куда-то. И все наперед знаем. Все спланировано, все расписано, все заранее известно. Во сколько встать надо, во сколько позавтракать, во сколько в кино сходить, во сколько в гости, к теще. А знаешь, иногда так хочется. Ну что, Игорь Максимович? Люба. Ну. Нет. Ну. Нет. Да ты что, Люба? Пусти. Не надо, пусти. Ну что ты, Люба? Пусти, Ростовцев, я закричу. Пусти. Люба. Отстань. Да ты что? Сдурела, что ли? Больно же. Ничего, ничего. Остыньте маленько. Строишь из себя. Генка, погрейся! Генка, иди, погрейся! Урчи! Урчишь, растаешь, никуда не денешься. Бегалась наша тачка. Пошли. А может и хватит? Может и достаточно? Две тонны метанола залито? Залито. Может, и растворим пробку? Как думаешь, дядя Леша? Я вот думаю, ты нынче сильно застудился, парень. Ишь, кашель какой надсадный. Видать, легкие застудил. Таки морозит. Может, починим? Что ты? Выскакивай быстрее, это заморозит нас.
ним? Живой, живой. Устал немного. Живой-то он живой. Да вон бронхи поморозил. Ой, кашель Господи. Какой. В больницу его надо. Ведите его в мой балок. А туман сойдет, вывезем. А пока ко мне. Рост давления наблюдаем на всем участке. Прохождение газа в пределах нормы. Вероятно, пробку ликвидировали. Пятое. Включайтесь в работу. Рабочий режим 2-3. О росте давления будете докладывать. Аварийная обстановка между 5 и 7 устранена. Возобновили транспортировку газа. Вертолет для тебя держат наготове. Для меня? Что я, принц или какой? Вот улетишь, принц, и больше мы с тобой не увидимся. Может, и свидимся. Охота тебе со мной возиться. А я медсестра по образованию. Медведь? Медведь. Дядя Леша в прошлом году подстрелил шатуна. Ой, зубастый, жизни не давал. Слушай, а акулу, зуб от которой ты сам поймал? Акула? Да. Запросто. Удочки взял. На червяка. На-ка, выпей чай. Тут много всего. Мед, брусника. На, облепиха, пей. Что ты меня как маленького уговариваешь? Я тебя жалею. Жалеешь? Жалость, сестра презрения. Что-что? Ростовцев твой так говорит. Ростовцев скажет. Сегодня, 9 января, на севере области ослабление морозов, прекращение тумана. Температура 20-25 градусов ниже нуля. Мы передавали областные известия. По поводу транспорта для больного, насколько я понимаю. Правильно понимаете. Вертолет будет сегодня. Я же говорил, что все это глупость и дикость. И вот в результате этот дурачок отморозил себе легкие. И чем все это для него закончится, неизвестно. Разве я был не прав? Правы, правы, Игорь Максимович. Вы всегда правы. Ну, слава богу, разобрались. Да. Седьмой? Да. Вызывает Москва. Ростовцев, с вами будет говорить товарищ Зимин Дмитрий Иванович. Соединяю. Здравствуйте, товарищ Ростовцев. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Счел своим долгом обратиться к вам со словами благодарности за участие, за активную помощь в ликвидации аварии на газопроводе. Мы сообщили об этом вашему министру. Да, но я в некоторой растерянности, Дмитрий Иванович. Дело в том, что эта операция представлялась мне сомнительной. Сомнительной? Почему? Потому что эту работу можно было выполнить без таких издержек, если переждать мороз и туман. Не совсем понимаю вас. Мне доложили, что туман продержался 8 суток, и мороз тоже. Можно ли было выжидать? Нет, но я действительно был против этой затеи. И тем не менее, товарищ Ростовцев, вы и ваши люди проявили отвагу, мастерство. Именно так и надо поступать в подобных ситуациях. Еще раз спасибо, всего доброго. Thank you.
Спасибо.